Всем большой привет! Меня зовут Марина, я являюсь координатором компании Avon или, как уже принято называть, пора к этому привыкнуть, бизнес-партнером компании Avon. Сейчас только что записывала ролик для Instagram. Кстати, ссылочку на свой Instagram я оставлю под этим видео. И там вот эти ролики в одну минуту, в общем, они как-то заставляют быстро-быстро говорить. И сейчас вот я прям села, думаю, сейчас я запишу такое видео для Ютуба, где можно не торопиться хотя бы и говорить столько, сколько хочешь. Сегодня у меня заказ по второму каталогу. Знаете, так к концу каталога народ раскачался, клиенты раскачались. И поэтому вы могли видеть мое видео о первом заказе по второму каталогу, сейчас второй заказ. И вот что первый, что второй заказ, они такие небольшие, маленькие заказы, но, возможно, интересные. А вот третий заказ, он будет уже объемный, но выйдет он уже в период действия третьего каталога. И я не знаю, есть ли смысл его снимать. Но, наверное, все-таки я его отсниму, покажу, что же было у меня. Может быть, кому-то это будет интересно. Ну, давайте, по традиции я расскажу, какие же будут подарки при регистрации в третьем каталоге. То есть это с 11 февраля по 2 марта. Вот такая вот приходит листовочка всем координаторам для приглашения в команду новых представителей. Если вы регистрируетесь с 11 февраля по 2 марта 2020 года, то есть период действия компании номер 3, то получаете скидку на свой первый заказ 30%. Это на все заказы, которые оформляются именно в период действия этого каталога второго. То есть всем представителям полагается, кто оформляет заказы. Если оформляете свой заказ на сумму от 999 рублей, то скидку получаете 30%, и уже со своим вторым заказом вы получаете водичку Элли Джентльмен или водичку Хёстери для нее. Это новиночка третьего каталога. Или вот набор Инью. Может быть, кого-то заинтересует набор Инью, куда входит тонирующий крем для лица, BB, заряд энергии. Маска для лица Splash Уход, заряд энергии. И спрессованная сыворотка для лица, шеи и области декольте, лифтинг и укрепление, 21 мл. Мне, кстати, вот эта сыворотка пришла в подарок за мою работу координатора. И, в общем-то, ну я еще пока ей не пользовалась, не знаю, сомневаюсь, пользоваться либо ее продавать. Итак, вот такие вот классные подарочки у нас новым представителям. Вот так вот выглядит у нас эта листовочка, кому интересно. Но немножечко покажу каталог, совсем чуть-чуть, какие тут самые-самые интересные новиночки, какие акции, вернее. Вот у нас акция будет 1-1 равно 3. Например, вы берете два аромата Cherish, вот я сейчас открыла, например, два аромата Cherish берете по 799 рублей каждый, и третий заказываете за 1 рубль. Например, аромат. Так, тут у нас какой? С 16 по 19 страниц. Ну, вот аромат, например, Eve Confidence. Вы и заказываете за 1 рубль. Отличная акция. Кстати, у нас она уже как-то недавно была. Ну, как недавно? Достаточно давно уже была. Так, ну и вот смотрите. А вот у нас она водичка Хёстери. Новиночка, которая розовый перец, ирис и пачули. Здесь вот можно отогнуть страничку. Вернее, не страничку, а такую. И послушать аромат. Так, я сейчас сделаю это. Ну, знаете, аромат вот на любителей. Я не люблю пачули, я люблю розовый перец. Мне нравится. Но вот пачули для меня удушающий аромат. И поэтому эта вода мне не зашла, хотя мне даже пришел пробник. Я и в пробнике послушала аромат. Совершенно не мой. Но, может быть, кому-то и понравится. Так, еще, например, вот такие вот есть товары. То есть скидочки видно какие, да?
Вот такой набор можно приобрести. Ну, на самом деле каталог очень классный. Вы можете его посмотреть в электронном виде. Вот, например, Пурбланку можно приобрести наборчики. Little Black Dress. Хороший каталог, хороший просто к 8 марта приурочен. Замечательный каталог. Я думаю, что и продаж будет много. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Так, ну что еще? Пришел вот такой вот, такая брошюра сейл. Мода и стиль. Таких 3 штуки мне пришло. Набор Валентина. Ну, это 14 февраля. Что еще? Каждому представителю приходит вот такая вот брошюра. Это Avon Outlet. Здесь скидки всегда до 73% вот здесь. Ну, обычно, до, по-моему, разных процентов написано. Здесь приходят, представлены те товары, которые вышли из каталога. Вот. Они здесь приходят проходят по ценам ниже каталога обычно, и на них распространяется скидка 15% вот на эти товары. Кому интересно, можете остановить, посмотреть, что здесь представлено. Так, ну вот, для мужчин вот такая пришла. Подарки для него 23 февраля. Этот каталог действует по 2 марта. Да, он тоже еще действует. Вот такие здесь тоже подарочки. Кстати, вот такую брали у меня бритву. Женщина приобретала на Новый год. Вроде бы остались довольны. Так, ну ладно. Ну давайте, девчонки, перейдем к тому, что было у меня в заказе. Клиентка у меня заказала вот такой наборчик Avon Attraction. Набор действительно красивый такой. Вы знаете, на последней неделе каталога, вот буквально вчера закончилась акция на эти наборы, была 40% скидка при покупке 2. Конечно, если бы я знала, что будет такая акция, то, конечно, я бы немножко повременила с заказом, потому что ей нужен к 20 был числу. Ну, в общем, я заказала пораньше, и нужно было оформлять заказ, потому что Почта России у нас работает с перебоями. Иногда уходит мимо нашей станции уходит заказ. Так что я заказала пораньше. Но ничего, все равно у меня скидка прошла нормально, и поэтому я сильно не переживаю. Так, дальше. Дальше. Что было у меня в заказе? Так, сейчас, девчонки, найду. Не подготовилась. Каталог не подготовила. В общем, женщина у меня, новая клиентка, попросила заказать ей водичку Faraway Gold. И вот такая вот акция действует в каталоге. При покупке 2 цена 599 рублей. Я ей сказала, что такая вот цена. Она, в принципе, согласилась. И, в общем-то, я заказала одну водичку и вторую водичку заказала на продажу. Ничего страшного. Я так думаю, что к 8 марта уйдет, потому что аромат такой, в принципе, ну, продаваемый достаточно. Так, дальше. Что еще? Показывать-то особо, девчонки, даже нечего. Клиентка заказала у меня вот такой наборчик. Это шампунь и бальзам ополаскиватель для тонких и нормальных волос. Густота и плотность, сила гиалурона, 400 мл. Стоили эти средства по 200 рублей. Вот так. Так, дальше. И перед Новым годом я заказывала наборы из Avon Naturals. Мне пришел еще перед Новым годом вот такой гель для душа, освежающий, искушающий клубника и белый шоколад. Ну и вот в феврале мне дослали лосьон для тела. Был еще лосьон спрей для тела, но его уже я продала. Мне его купили, уже приобрели у меня. И остался вот этот вот теперь такой вот наборчик. Но я думаю, к 8 марта, может даже к 14 февраля, может еще даже и приобрету. Не знаю. Все мы знаем, что действовала
акция «Зимний приз-сюрприз», по-моему, так называлась. И я тоже забила код, и мне пришел вот такой вот набор. Как-то камера у меня стоит. Набор многофункциональный крем, уход и питание для лица, рук и тела. Ну, это такая зимняя лимитка была новогодняя. И силиконовые перчатки, крем для рук. У меня этих уже силиконовых перчаток, я не знаю сколько, штук 10 точно уже стоит. Что-то я заказывала на наличие, но в принципе это разобрали. А что-то приходило вместо... Были наборы у нас, где шла туалетная вода, гель для душа и пакет. И вот когда уже пакеты закончились, присылали вот такие вот кремы для рук. Так что их у меня скопилось приличное количество. Не знаю, что с ними делать, если честно. Как-то из наличия их не приобретают, но не знаю. Даже если они полежат до Нового года, до следующего, я так думаю, ничего страшного не будет, потому что срок годности у средств Avon 3 года. И, ну, я их, конечно, не вскрываю, естественно. Ну, посмотрим, может, кто-то что-то и приобретет. Так, ну и все, девчонки, вот такой у меня был заказ, действительно небольшой, совсем маленький. Так, ну вот прислали еще четвертый каталог, уже он будет действовать с 3 марта по 23 марта, но тут уже совсем весна, тут уже, знаете, у нас будут новиночки вот такие корейские. Видите, пошел к цене 159 рублей маска. И вот такие появляются патчи. Патчи гидрогелевые с зеленым чаем, экстрактом пиона, магия пиона. 950 рублей при покупке, по-моему, двух упаковок. Двух и более продуктов со страницы 230-235. То есть здесь можно не только брать патчи, но еще и другие средства с корейской косметики. Вот такие вот. Так что, девчонки, присоединяйтесь. Работать с компанией Avon не только приятно, но и выгодно. Может быть, кто-то хочет стать не только представителем, но и координатором. Пишите, я все расскажу, всем помогу. После регистрации я всех своих девчонок добавляю в чат в WhatsApp, где все вот эти акции, например, вот на те же воды или еще на что-то, я все-все-все туда скидываю. Девчонки, в принципе, у меня никогда... в пролете, скажем так, они не остаются. Все, не буду затягивать видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.